А, мне надо двух человек задавить, ёпта, я до сих пор этого не сделал. Все буду давить сейчас, нахуй. На всех буду давить. Разминайтесь, пока можете. Скоро начинаем. Приближается вражеский солдат. Я нас поведу. Окончено. Пора сражаться по-настоящему. Не хочу пулемет качать, нахуй. А давайте куда-нибудь вот сюда. Я в туалет отдам. Я сюда. Добыча. Задача проста – захватить больше наличных, чем противник. Приближается вражеский солдат. А тут неплохая вертушка. Это тобой, Симбус. Я пытался его убить. Не получилось. Так, а чё тут по патронам? Так. Я это... Смотри. С Симплсом воевал, блять. Вон там, вижу движение. Ой, блять. Вон там. Чё считай, чё? Так. А, пистолетик, сука, качает уже. А ты его не слышал? Угу. Я там слышал, как он подходил. Я просто кофе набил. Ну, кофе набил еще и без брони. Типа. Там чуть-чуть не хватило его перестрелять. Thank you.
Да, блядь. Конечно, блядь, охуенно. Тут двое. Вижу движение. Там двое пиздятся на метке. Еще кто-то сел. Сука! Почему все бегают вокруг меня, блядь? Клавиатурой, блядь, происходит, блядь. Хорошо, блядь. Основная точка эвакуации отмечена. Транспорт ждет. Да что, блядь? Противник высаживается в районе операции. Что, блядь? Что, блядь? Враги там! Противник высаживается в районе операции. Обнаружен контакт. Противник высаживается в районе операции. Добей ты его уже, блядь. Воу. Тут двое. Он меня бьет. Мне нужно прикрытие! Пиздец, блядь, нихуя не знаю, что происходит, Че, приехали, бля? В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Я с вами. Бросаю гранату! На вас охотится команда противника. Скройтесь от них, чтобы выжить. Да ладно, блядь, что это? Так-то лучше. Вставай, нам надо идти. А что с этой дверью, блядь? В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Обнаружен контакт. Враги там! Выбегаю. Вон там. Игнорирую последний там. Запрос. Вижу движение. Ну!
Мне кажется, тип, вот этот четвертый, он полностью оправдывает свой ник, блядь. В нашей команде, блядь. Тут с нами сейчас, короче, берется. Вижу движение. Да что это? Говори, блядь. Я разбился, держись, симбиоз, блядь. Пожалуйста, симбиоз. Там еще сзади. Чего, блядь? А, на вышке. А на вообще левый чел, блядь, вышку не понял. Гоу искать вертолет. То, что я хуёво подстрелял, я не спорю. Не-не, ну я понимаю, тут не в этом дело. Я имею в виду, что просто подожди пару секунд, типа, ну, за углом, пока мы лестнемся. Буквально... А чё туда полетели? А? Куда? Нас сюда приземлило, блядь. Я предлагаю искать вертолет. Вертолет. Вертолет, блядь, не ищется. С тачком поехали на тачку. Я чувствую, где меня въебут сейчас. Не волнуйся, я хочу... Вот на ту пиздорезку, блять. А ты прям доехал туда? Сибёс. А? Ты туда долетел, где тебя убили, или это тебя где-то... Да. Ага. Окей. Долетел. Че, блин, ни одного вертолета на карте нет, блядь. Кроме вражеских, блядь. Да. Ну давай. Там враги? Нет. А. Ну, как бы рядом, да, враг, но я как бы рассчитывал прям на писечку сесть, прям пиздец, как возле земли, а там оказался туалет. Я сел на туалет-то. И не раскрыл парашют. Мы никуда не едем уже, я правильно понял? Я буду. Тут на баб сейчас будет по-любому. Супер! Заебал, просто закинул, блядь, это... Четыре. Опа, на ого. Да.
не волнуйся. Высаживается в районе операции. Приближается вражеский солдат. Да ты за хуйня, блядь, нахуй ты стоишь? Да. Я понял. Ну, там стреляют, да? Ну что, ну от чего меня убивают? Ну, от чего они убивают нас, сука? Ну чем меня убили, чем, блядь? Ну чем, блядь? Сука, фалосом кинули или что? Пиздец, ничего, никаких звуков. Ну, прям, блядь, умер, блядь, прям фалосом. Фалосом убила. Самая нелепая смерть. Ну, ну не насмерть же убила, блядь. Так просто покоцало должно быть. Ну что, блядь, ну смерть от фалоса, это же жестко. Кстати, по сравнению с предыдущей каткой, я аж целых 3 минуты накатал в этой вот, не получая телесного тяжелого повреждения. Анального. Телесного. Анального. Не получая телесного проникновения, блядь. Ну, кстати, по тому, да. Ну, там пистолет дали, короче. Я тоже, ну, блядь, морально, блядь, меня, походу, проникли жестко, блядь. Я аж подгорел, блядь. Выхожу с чуваком, он меня, блядь, просто за, блядь, полсекунды сбривает. Ну да, да, давай опять. Мы ж не потренировались. Да кого, блядь? Ну а шо, ты потренировался? Вот с каким ты лодаутом будешь кататься? Хотя, да похуй. С каким лодаутом я готов, в принципе, уже и на королевскую битву, так что, если чё. Так отмените, кто пел? Я пел? Да не, играем ещё одну эту. А, ну я вышел. Короче, я думал, я пыл, но нет, я не пыл. Не, ну ты, конечно, вообще лошара. Придется всем выйти теперь. Юрец, выведи нас. Юрец. А, то есть Юрец пыл, блядь, он еще говорит, типа, заебало голову в королевскую, типа, у нас, да, спрашивает. Понимаю. Бля, надо 60 патронов в эмку, я понял. Юрец. Юрец. Он походу отошел. А, вот оно чё. Это я вижу, он стоит и блюет, блядь. К нему враги, блядь, подходят. Я, короче, тоже рыба. Ну давай, отойди тогда. Подготовка окончена. Теперь отправляемся в Warzone. Задача проста. Захватить больше наличных, чем противник. Отметь точку высадки для команды. Проследуйте в отмеченную зону и защищайте периметр.
Пацаны, я не живу. Что ты? Что ты? Алло. Блядь. Алло. Я бегу. Куда ты бежишь? К вам. Ну беги, только симбиоз ливнул случайно, так что мы пока катаем, потому что он отошел все равно. Операции высаживается так, противник. Беги, да. Следите за небом. Я думал, что он ПЛ. Прикинь. И ливнул. Противник высаживается в районе операции. Шинишь я пушку тещу, сука, лупишь мне, блядь. Говно, блядь. Где ты, блядь? Ты ж, где? Союзник начал точечный авиаудар. Берегитесь. Где ты, блядь? Вот ты где, блядь. Говно. Шо вот это, блядь, за сборка, нахуй, блядь. Как это работает вообще? Шо за прицел, блядь? Разведданные найдены. Хорошая работа. Что здесь произошло, блядь? Почему я не понимаю, блядь? Противник высаживается в районе операции. Кто убил этого человека, блядь? И куда отбежал тот, блядь? Интересно, ты же добежал до нас? Да, я слышал. Вы что-то, блядь, что-то, что происходит? Я сюда! Макасин, блядь. Куда делся, блядь? Транспорт ждет. Отметьте посадочную зону. Противник высаживается в районе операции. Да за шо? Тут. Угу. Я веду. Выводи, Юрец. Сука, с чем играть в это дерьмо? Вышли. Thank you.
Разминайтесь, пока можете. Скоро начинаем. Противник высаживается в районе операции. Под обстрелом! В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Тренировка окончена. Пора сражаться по-настоящему. Противник высаживается в районе. Что это, аэропорт? Добыча. Надо выйти туда. Вы можете получить деньги, выполняя контракты, занимаясь мародерством. Где наше здание? Боец, отметь точку высадки для команды. Нет, так там. Лучше одна суперстора. А, да нет, тут сейчас будет заруба. Суперстора, блядь, смотри нахуй. Бля, я не вижу нихуя, блядь. Да я под обстрелом! Над нами поднимается локатор. О, пополните мой запас. Хватит валяться! Шевелись! Не, у тебя сброя мне точно нравится. У тебя шумена Е, блядь. Только надо, наверное, 60 патронов, блядь. Приближается вражеский солдат. Ну, это которая М13. Ну, я тоже с М13 бегаю. Вот что-то она мне вообще прям в радость дает, блядь. Мне вот это, конечно, еще дерьмо нравится. Вот это вот. Вот это вот. Ну оно такое, блядь. Ситуативное оно. Ну добить вблизи из него точно кого-то можно, блядь. Я под обстрелом! Знатно тебя отделали, друг. А где он? Вон там. Не знаю. Я пошел. У нас тут внизу двое. Прям под нами. А че я их не вижу? Ну,
А, не есть. Над нами вражеский ППЛА. Я МДУ, это же приземлился, блядь. Вставай! Или... Нам надо идти! Нет, я МДУ, а как ты их видишь, блядь? Через датчик. А чё мой датчик нихуя не показывает, блядь? У меня китайский, блядь? Бля, ну ладно, я сюда пойду, блядь. Ну я... Не, я упал, блядь. Что за хуйня? Противник высаживается в районе операции. Пиздец. Прилетел! Давай, полетел я. Противник высаживается в районе операции. Бля, да что не так со мной сегодня, блядь? Над нами вражеский ППЛА. Они походу съебались, потому что двое вот здесь, где я, вот, уходили сюда. Куда они могли уйти? Да они, они здесь, здесь, они здесь. Слышали? Под обстрелом! Противник! Да что это, блядь? Они внизу здесь все были, блядь. Да пошёл ты! Ока. А что, всех убили, блядь? Нихуя себе, а как это? Ладно, гоу, сюда, правильно, сюда. Выбегаю. Сюда. Вон там, я пошел. А, дальше. Вам это никому не надо? Сюда. Над нами вражеский ППЛА. Зашел на в говно. Походу призрак. Подо мной, да, высокая убьется. Ебать, вот мина. Вражеская команда открыла на вас охоту. Будьте начеку. Ты что, у одного столько денег, блядь? Ну, тут несколько их. Это... Я видел одного. А, это да, все, это типа, блядь, на мне, блядь, все бабки. Надо увозить нахуй, блядь. Шарик есть. Вижу... Давай шарик сюда, быстро. Быстро, быстро выкидываемся. За нами погоня, блядь, на мне цель, блядь. Кто-то идет, блядь. Выдвигаюсь. Все, я сбросился, блядь. Позабочусь
Здесь сверху снайперы, блядь. Он вверх, вверх сначала зачистим, блядь. Вверх сначала зачистим здесь. Враги там! Заряд аккумулятора турели израсходован. Пойди. Вижу движение. Все сверху летят. Противник высаживается в районе операции. У меня тут двое. Оторвались от преследователей. Хорошая работа. Приближается вражеский солдат. На крыше. Я под обстрелом! Граната. О, всё, блядь! Я не знаю, что это такое, блядь. Ну тебя въебало, чё, я не знаю. Ну он меня же гранаты и стрелял. Ну чё, мы на приза? Найди медсредство! Да у меня вроде сюда ещё падаю, нет? Непонятно. А, я понял. Не, я сюда ещё падаю. Я ещё сюда падаю почему-то. А вы на призоне все? А, я маркер сюда поставил кинуть. Можете суициднуться и просто на меня прыгнуть? У меня маркер был, я по дороге подобрал и кинул сюда, чтобы приземлиться. Можете или нет? На нахуй! Можете или нет, говорите сразу. Алло, блядь. Нахуя мы тут идём? Уебите сюда, блядь, всё. Я же задал вопрос, блядь. А я внизу. А! У меня саморез был. Чего, блядь? Ладно. Сука. Нас один хуй на призм кидает. Да я разбился, блядь. Вижу движение. Разбился нахуй об камень, блядь. Там флаг один, блядь, забирал. Солдат.
Там внизу слева будет. Во дворе еще одна моем трупе. Во дворе. Да. Вот. Это не он. Он во тьме там был, я его не видел. Во тьме, говорит, там был, я его не видел, блядь. Во тьме, блядь. Тут под нами, значит, кто-то есть. Сбез, как подняться наверх вот этого дерьма, блядь? Я вон туда. На башню надо забраться. Внизу со двора, вот там где-то метку там поставил, вот там есть башня. Прям со двора. Поднимай. Так-то лучше. Вот тут где-то здесь башня есть. Прямо здесь. Ладно, мне надо, чтобы ты как-нибудь показал, потом я... Ну, когда берусь, покажу. Ирис, а ты куда? Челика залутал. А, окей. Меня встречать. Ну, встреч! Сука, сзади меня летит. Вражеский солдат. Мокло, еще один. Под мостом слева. Наверху. Догинут. Нет. Я не знаю, как наверх подняться, блядь. Я уже весь... блядь, все. Походу, я знаю. Я наконец-то, спустя, блядь, месяц, блядь, разнылся, блядь, и понял, где здесь ебучая лестница, блядь. Дайте ты нахуй, сука. Союзник начал кластерную бомбардировку. Бля, ну игра у меня что-то радует вообще, блядь. Блядь, это какого хуя? Ты сверху выбил? Угу. Противник высаживается в районе операции. Так-то лучше. Грау прямо вообще нравится, бля, да. Вот так. Под залупники, блять, прилетели нахуй, блять. Эмитрон пошел. По-моему, я им сейчас вырублю вертолет, нахуй, блять. Вижу врага. Ну там, видели врага, симбиоз? Я. Вижу врага! Враги там! Вон там, я пошел. Ого, блядь, нихуя мене, блядь, вырубив, як, блядь. Я даже не понял, як, блядь.
Аж обосрался. Я помогу, дружище. Что самое странное, блядь. Нет, пошел уже с этим. А вы слышали, как здесь только что выла какая-то хуйня, блядь? Нет. Враги там! Они здесь! Блядь, серьезно? Еще раз, блядь? Вражеский боевой вертолет с деньгами. Бейте его. Ну, ну и хуй его знает, но у меня, блядь, всю броню опять вырубила какая-то хуйня, блядь. Явно не ту. Снайпер, блядь. Здесь полно денег. Да. Здесь штурмовая винтовка. Левее, левее, под домом вот там, ага. Вижу врага! Враги там! Эмидрон пошел. А смысле, он там еще остался? Еще? А кто нашего вырубил? Я, блядь, не знаю, это походу тот же самый гус, который меня выбил два раза, блядь. Ты хочешь пойти посмотреть, да? Блядь, тут волки воют. Я очкую. Да тут я не знаю, я просто стреляю, я добрал. Сейчас добрал М. Посмотри, что с ним. Она какая-то, блядь, профессиональная. Что там, пацаны, королевскую может? Да, да, можно, можно, можно. Я думаю, можно. Тройки? Да не, давай четверки. Ну или тройки, не, давай тройки. Чем-то я туплю просто.
Проверьте снаряжение и оружие. Скоро в бой. Подготовка окончена. Теперь отправляемся в Warzone. Точку высадки для команды. К вам приближается газ. Следуйте в безопасную зону. Так, мы, короче, типа на плейсмент, да, или как будем разъебом?